Первая посылка с AliExpress пришла мне. Сейчас буду смотреть. Ну, короче, ремень заказал. Там черную пятницу, типа по дешевке. Сейчас посмотрим, что за ремень мне пришел. По ощущениям, конечно, тонкий какой-то. На картинке казалось, что такой типа массивный. Так, все в кулечках. Во всяких. Что, не нравится. Прикольно. Такой материал, вроде бы металл такой нормальный. Не тот, что разваливается. Матовая такая поверхность приятная. Короче, нормальный такой ремешок. В принципе, прикольно. С AliExpress заказывать. Первая такая посылка. Думаю, что и дальше буду что-нибудь, чем-нибудь себя радовать.